Активный, целеустремленный, владеющий диджитал-технологиями и берущий ответственность на себя. Таким видят идеального специалиста государственной службы уже сегодня. Общий портрет собирали все вместе – государственные и муниципальные управленцы, бизнесмены и кадровики на второй региональной кадровой сессии «Кадры 4.0» как ответ на вызовы индустрии 4.0 и ВУКа мира. Главная цель сессии в этом году – синхронизация вызовов будущего. В обсуждении участвуют и федеральные эксперты. Мир стремительно меняется, но вместе с тем, по нашему мнению, Россия способна предложить этому миру новые технологии, новые подходы, новые какие-то направления дальнейшей работы. И здесь очень важно, чтобы мы эти подходы, так как, условно, время быстро летит, вместе сообща выработали и предложили их нашему обществу. Масштабный форум уже вышел за рамки региона. В нем принимают участие лучшие российские кадровики. Повысить эффективность кадровой политики, открывать новые возможности для молодых и перспективных специалистов – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым. По многим показателям регион уже занимает высокие строчки в федеральном рейтинге. Например, конкурс «Лидеры России», в котором глава Самарского региона является наставником. По количеству участников область заняла первое место в стране. В этом году область в финале представляли 6 человек, а один из них стал победителем. Количество людей, которые готовы брать на себя ответственность, проявлять себя как лидер. В нашей области много, как нигде в другом субъекте Российской Федерации. Все зависит от того, как мы выстроим работу, развитие этих, в том числе индивидуальных траекторий людей, увидим их, поверим в них и дадим возможность себя проявить. Тренды, вызовы, ожидания, компетенции и специфика региона. Три темы, на которые разделили всю сессию. В режиме онлайн на прямой связи эксперты обсудили лучшие практики внедрения современных управленческих технологий. Сегодня, используя эти цифровые инструменты, как Zoom, доска Miro, уже работаем с облачными данными. Мы подготовились к так называемому определению кадры 4.0. Кто этот служащий, какими компетенциями перед задачами, которые ставит нам общество, бизнес и государство, должен обладать в новом времени. Для современного госслужащего особенно важно шагать в ногу со временем, понимать особенности цифровой трансформации на службе. На кадровой сессии поделились популярными мировыми трендами и общественными запросами, а также технологиями подготовки кадров с учетом специфики региона. Мария Левина, «События».